Привет, сегодня рисую розового фламинго, рисуй со мной, это будет интересно. Берем фломастер, рисуем фламинго, фламинго. Такая птица здоровская, мне она нравится, потому что она розовая, яркая, веселая. Рисуем фламинго так, сначала рисуем такую вот двоечку, я бы сказал двойку рисуем, вот так вот, одна и продолжение, вот прям двойка. Точно, это двойка. Получили двойку по рисованию? Нет, конечно же, мы будем рисовать, и нам двоек ставить не будут. Вот мы нарисовали, теперь рисуем дальше. Смотри, теперь рисуем здесь точечку. Вот так, голова идти сюда будет. Вот так, раз. А здесь шея. А шея вот сюда будет идти, а потом сюда закругляться. Смотри, я шею повторяю. И сюда закругляю. А здесь рисую крылышки. Крылышки вот так идут. Крылышко сюда и сюда. Теперь рисуем нос. Нос у фламинго, как известно, крючком. Такой крючковый нос. И глазик. Такой небольшой глазик нарисовали. А ножки, ножки у него, да, длинные-длинные ножки. Рисуем, смотри, одну ножку вот так рисуем. Так и так. И она ничем не заканчивается. Так раз и все. А вторая ножка идет вот так, как четверка. Если мы двойку здесь рисуем, то здесь четверку рисуем. Вот так. Раз, два, три. Раз, два, я такую толщину ножки дал, а здесь как раз уже такая вот лапка заканчивается такими перепонками. А здесь нарисуем круги, потому что наш фламинго стоит в воде. Отлично, вот такой фламинго. Раскрасим. Очень просто раскрасим масляной пастелью. Так как я говорил, что он будет розовый, значит он будет розовый. Я знаю, что они красные бывают, белые фламинго, розовые, редкие. Это такие классные, красивые птицы. Я видел по телевизору их только и в зоопарках. В настоящей природе, конечно же, у нас их не бывает. Но все-таки хочется таких красивых птиц нарисовать. Ну, я надеюсь, что тебе сегодня такой простой урок поможет узнать, как нарисовать фламинго. Если ты заметил, я взял такой темный, такой бордовый. Нет, не бордовый, а такой малиновый цвет. Малиновый. И довожу малинового побольше, добавляю, чтобы фламинго был такой яркий. А вот ножки я просто фламинго красным, таким малиновым нарисую. Отлично. Нос. Нос будет у меня такой темно-черно-коричневый. Сначала серый, потом коричневый добавляю, а теперь черный добавляю. Получается у меня нос вот такой вот. Отлично. А теперь голубой. Это вода. Тут ровным слоем надо покрасить голубым, потому что он в голубой воде стоит. И вот так можно тоже кругами. Получается здорово. Можно потом добавить синего. Прям настоящее фламинго. Фламинго. Классный фламинго получился. Очень просто его нарисовать будет тебе. Я уверен, у тебя получится. Тебе передаю большой привет. Маленькие художники всегда рисуют здорово. Все твои рисунки я смотрю, если ты мне присылаешь их в ВКонтакте или в Рыбакит папа рисует в Инстаграм. Это мне очень нравится. Потому-то я рисую, потому что мне присылают другие дети, ребята присылают свои работы. И я очень рад, это меня бодрит, и я больше рисую. Большой привет, пока.